Stop it. One of Salvatore's dogs is bringing me right over. Oh, he's a charmer. Maybe too thin, though. Yeah. So, listen, I want a party, but the cupboard is bare. You got some sugar? Pure cane, huh? Great. Ciao. Come on, Tony, I got places I need to be. Всем привет, дорогие друзья, с вами Старгуми, и мы продолжаем проходить игру GTA Liberty City Stories, а вернее, продолжаем быть у Марии личным водителем. Например, сегодня ее нужно доставить к дилерам, у которых она хочет прикупить немного наркоты под названием... Пурикан. Блин, название. Находятся они, кстати, в Чинатауне, так что ехать далеко не придется. Вам тоже было очевидно, что все пойдет через задницу, а? Да, мне тоже. Поэтому я и повез Марию не в шикарной машине, все-таки жена Сальваторе, Дона Мафии, да, а на мотоцикле. Конечно же, батя Старгум все просчитал заранее и понял, что именно на мотоцикле атаковать похитителей будет проще всего. Разумись, как-никак. В общем, как только вы расстреляете машину, из нее вылезут довольно-таки агрессивные парни, синдаковцы, между прочим, давненько мы уже их не видели, если что, которых нужно будет убить. Ну а потом, с чувством выполненного долга, везите спасенную Марию домой. Главное, чтобы Сальваторе об этом не узнал. Ой-ой-ой-ой, вот это уже тревожный звоночек. Мария, походу, что-то Тони начинает испытывать. Но на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Старгуми. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать и ждать новые видео. Всем удачи и пока!